Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня интересная тема лекция, видеоурока наша, точка МЦ2, находящаяся вот примерно в этой области, контролирует верхние конечности. Пожалуйста. Точка находится с правой стороны и с левой, меридиан парни. Потому данная точка всегда используется при всех болях в руках, а также боли в суставах рук, а также боли в мышцах рук, а также при всеразличных травм, ушибов, ранений, переломов верхней конечности. Можете использовать данную точку МЦ2 Тензюань. Также данная точка всегда используется при всех болезнях рук, болезнях суставов рук, болезни кожи рук и не только, а также при огромном дискомфорте верхних конечностей. Также данную точку можно при воспалении верхних конечностей снять, воспаление верхних конечностей, а также что, если уставшие руки, чтобы подать энергию через данную точку, мы это можем. Вот так вот элементарно просто. Только человеку всегда нужно знать, воспаляется он, либо он слабенький. Вот это важно, дать себе ответ, какой вы человек. Много у вас энергии, либо мало у вас энергии. Но традиционно мы скажем, если вы не знаете, как массажировать данную точку, ну вот боитесь там поддать энергии, либо чересчур убрать, то вы всегда правую точку тонизируете, а левую расслабляете массажной методикой. На следующий день вы должны сделать все наоборот. Тем самым вы не навредите своему организму. Спасибо за внимание.